перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что ты делаешь, Клод? А что ты делаешь? Я в эфир вышел. Зачем? Просто так. Ой, смотри, какие разноцветные сердечки. А что ты спрятал их? Собака моя. Собака моя. Сидеть. Ну, сидеть. Голос. Ну... Голос, ну давай. Сейчас. Кнут, сидеть. Иди сюда. Сюда иди. Сидеть. Голос. Дай голос, заебал. Голос. Кнут, голос. Скажи, у тебя нет ничего вкусного, чего я должен сейчас я ему дам вкусное. Иди сюда. Сидеть. Голос. Молодец. Иди сюда. О, пиздюк маленький. Смешной такой. Ты мелкий. Должен команда делать без вкусняшек тоже. Ну еще маленький. Ну что? Еще маленький. Что ты прячешься? Фас, Кнут. Всем днём. Привет, Вань. Скажи привет царю. Кнут, зигани, пусть не дома зиганить. Привет. Он сейчас немножко занят. Собака. Вот ты дурак. Зачем ты уронил мою собаку? Борода не нравится на меня, чё? Рамку белую или деревянную? Как ты думаешь? Деревянную. Я даже думаю деревянную. И такую, знаешь, глубокую. Как в Стамбуле мы когда были в галерее. Да, она стоит 46 евро, я смотрел. Это 90 на 100. 46. Это 90, это 90 на 100? Это 90 на 100. Угу. Мог посмотреть. Вообще-то 90 на 100 должно быть. 100, да, 90 на 100. Кнут! Ой, как тут так с разгавкой. Ah!
Видишь, как сучка, кто тебя боится? Хватит. Кнут хороший мальчик. Угу. Мой умничка. Самый лучший ребенок на свете. Ого. Когда он пытается его вот так вот оседлать, смотри, если он так пытается делать, его нужно сразу тормозить. Вот когда он так делает, нужно сразу иди сюда. Иди сюда. Он что-то уже делал? Да, иди сюда. Ой, цветенка. Кто хозяин? Кто хозяин, пиздюк мой? Он тебя любит. Я тоже люблю. Но вот как раз когда он пытается тебя оседлать, это он пытается показать свое превосходство. Ну, тебе виднее, ты уже у нас. Да, я же кинолог. Я хотела сказать, что ты умный, но так тоже поет. Ой, смотри, твоя любимая оса. Где? Хочешь, я ее убью? Ёбни ее, пожалуйста. Рукой сначала надо вниз, а потом ёбнуть. Да, спасибо, что уже была дома, но мне не пила. То есть деревянная, да, лучше? Угу. Когда в Умань на Рош-Ашан? Куда значит? Поедем? Поедем в Умань на Рош-Ашан. Что это значит? Я в душе не могу, что это значит. А что такое трил? Я не знаю, что такое трил-пил. У меня кот одеяло жарит. Ну, это не обязательно. Похотливость, это они пытаются показать своего превосходства. Вот. Поэтому нужно пресекать сразу же. Так это наши велики, что их воровать? Что мне воровать? Это мой велик стоит. Перестань. Ладно, ладно, я убрал. Глупый. Иди обратно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Здравствуйте, здравствуйте. Общаться никто не хочет, смотри, видишь. Что говорит за картина? На картине изображена летящая птица. Это картина с птичкой. Вот какие у нее волосы. Это настоящие волосы у нее, как думаешь? Да, настоящие волосы. Это ты просто во дворе сидишь? Не, я во дворе сижу. Еще будут эфиры? Нет. Меня удивляют люди, которые отправляют запросы на участие в эфире. Типа, в смысле? Зачем краситься в голову? Чтобы быть не такой, как все, не от мира сего. Да нет. Нет? А зачем? Нет. Зачем ты покрасилась голубой? Во-первых, это не голубой, а синий. Окей. И это кайфово. Просто цвет твоего настроения. Нет? Все. Люди, которые задают такие вопросы, меня удивляют. Блин, это дебилы просто. Для них вообще что-то необычное, выпрыгивающее, да, из рамок. Это типа, в смысле, нахуй ты штаны подкатил? Там, знаешь... Как поднять бабла? Чувак рекламу не смотрит, видимо. Ну. Давай лучше я жопу покажу свою. Лицо ты мое... Ты уже всем показывал. Ну подожди, лицо они мое могут загуглить. Задал шок, все. А жопу не каждый день. Жопу уже тоже. Давайте лучше жопу покажу. Отдай доса.
хоть бы один интересный вопрос, а? Когда фит с царем, а что, мало было, что ли? Ну, у него еще, у Вани есть еще один фит. Неизданный он у него будет. Почему вейп забросил? Кстати, самый лучший фит как раз ему достался. Мы недавно слушали его в тачке с Юрой. Нет, Настя родом из Душанбе. Глупый. Там у всех синий волос. Это у них традиционно. Причем не во всей стране, а именно если ты в Душанбе, то там красят волос в синий цвет. Чувак, то есть есть такой праздник, называется национальный праздник в Душанбе, называется Пиштерген. И в это время девушки-девственницы красят волос в цвет неба, в синий. Мне это очень приятно. Это праздник в Душанбе есть такой. Интересные вопросы. Приходите лет через 7. Ты за 7 лет книжки начитаешь. Говорит, Конор или Хабиб? Конечно, Конор. Вот это правда. Все идиоты так и останутся. А, чувак пишет, как заработать деньги. На работу пойти не могу. Братан, приезжаешь в Германию, в Берлин, отдаешь мне свой паспорт, я тебе устрою на работу. По вечерам. Часиков с 11 вечера до примерно 6 утра. Нормально будешь зарабатывать. С меня вазелин. Ну, лучше привози с собой, конечно. Ну, хуба, что ты это делал? Я тебя ухо отпущу. Кстати, очень частый вопрос, как тебе семейная жизнь? Семейная жизнь? Ну, блядь, как без меня жизнь, охуенно. Ну. Будет ли концерт в Челябинске? Блядь, один и тот же вопрос, Хонор, Кабиб, и всегда этот вопрос задают кавказцы. Вы заебались со своим Хабибом, бля, реально, вы заебали. Я просто, чтобы вы отъебались со своим Хабибом, желаю, блядь, чтобы Конан ему жопу порвал. Вот реально только поэтому хочу, чтобы, блядь, ему жопу порвали. Я смотри, лайки закончились. Чтобы они, блядь, успокоились. Заебали просто. Они все равно будут говорить, что он красавчик, молодец, да, пусть держался. Потом пусть говорят, что хотят. Но Конан ему просто ебальник разобьет, и все. О, еще один. Бля, просто американский бизнес. Никакой Конан Макгрегор никогда бы не пошел биться с Хабибом, если бы не было 100% для него гарантии, что выиграет. Там такие бабки. Жена кто по жизни? Ну что, на зоне кто по жизни? Ты кто вообще по жизни? Да. Она синеволосая девственница из Душанбе, блядь. Красавчик. Люди ставят твою фотку на аватарку. Это так странно. Да? Mm-hmm. Ты еще ко многому не привык. Нет. Как тебе такой вопрос? Что ты думаешь по поводу иллюминатов? Братан, то же самое, что я думаю про картины Босха, блядь. О, кто-то прочитал Дочек Куда, ничего себе. Ну, я, по-моему, советовал как-то. Ну да, так и написано. Это все велики мои, я их все напиздил. Просто чтобы было. Да. Каждый раз, когда иду пьяный с города домой, и нет бабок на такси, я пизжу по велосипеду. Как видите, пью я часто. Да. А что тебе Душанбе не нравится? Класс, спасибо. Ну нет, не вздумай это делать, но... Не надо делать так? Нет. Ай, я ударилась. Ну, может, они хотят на мою бороду посмотреть? Ну, ты... тогда мне придется отсесть. Не надо отсаживаться. Собак. Я тебе так не разрешаю делать. Окей.
клеем между нами сел, как обычно. Да? Сука, типичный араб, который пиздит велики. Твоя мать типичная проститутка, которая рожает долбоебов. Понимаешь, что иногда происходит вот так вот раз и затормозило. Может, Wi-Fi, потому что... Выключить. Выключить запрос, да. Отлично. О, запрос можно выключить. А, тут а сейчас тут комментарии тоже перестали. Потому что Wi-Fi крутится. Думаешь? Угу. Мне кажется, нет. Ну, Wi-Fi же крутится. Нет, Wi-Fi же надо кипит. Да, сейчас вроде работает. Хуета тупая. Покрась бороду или забить хуй. Давай тебе бороду в синий. Синяя борода, где это было? Это, слушай, это же сказка такая. Сказка, да. Бля, что-то я туплю. Синяя борода. Он детей воровал. Буратино? Не. Он детей воровал, и потом нужно было угадать, какое у него настоящее имя. И его звали Румпельштильцкин. Ебануться можно. Да. По-моему, это была синяя борода как раз. Да. Ну, я читала в детстве. Какой у тебя телефон? Господи, люди, у вас серьезно? Это вопрос. Бля, может, он далеко живет от Москвы, и для него это играет роль. Какого ты знаешь? Ты была где-нибудь там, за Самарой? Я видела, знаешь, что люди некоторые заводят собачку, как у нас это. Там... Это правильно, это самая лучшая порода на свете. Где-нибудь за Самарой женщины себе в рабство отдают за 7-й айфон. Что? Прям год отрабатывают за 7-й айфон. Понимаешь? Как можно купить твою картину? Очень интересно. Такое пишешь Юре, говоришь, Юра, хочу купить вот эту картину. И все. И покупаешь. Угу. Только вопрос. Карабас-барабас. Че, Карабас-барабас, ты смысл? Мне пишут, стареешь, лысый. Да. Стареет твой папа. Смотри, так я потолстел чуток, да? Вот так похудел. Вот так раз и потолстел. Вот так раз похудел. Кто поел, блядь? Как правильно. Угу. Туда. Ой, да ладно, чё ты? Да пошли не нахуй. Я вообще люблю банить. Да, я заметила. Почему Тифест, блядь? Черновцы не приезжают. Сука, охуеть можно. Черновцы, ебать. А где это вообще? Черновцы, Украина. Нет, картину я не сам писал. Я их заказал. В Воровском районе. Мне его нарисовали, я составил в фотошопе. Короче, такое мудбот называется. Ты фотографии набираешь, например, фоток в Яндексе сдаешь, набираешь картинки, говоришь, вот, составляешь мне, пожалуйста, вот так вот, нарисуйте. Дима относится к похабно своим слушателям. Братан, я своих слушателей, процентов 90, мне от них тошнит. Вот честно тебе говорю. Причем от вообще, блядь, всяких... Вообще все, кто слушает русский рэп, для меня в моих глазах полный долбоёб.
У меня есть определенное количество слушателей, которые, не знаю, там, покупают мой мерч, приходят ко мне на концерты и так далее, которые меня реально поддерживают. Это мои слушатели, а все остальные долбоебы просто, которые... Вот ты сейчас, блядь, слушаешь мой эфир, а потом ты пойдешь, блядь, смотреть, что там в Инстаграме написал, блядь, какой-нибудь хуй знает там. Трилпил или как, блядь, их все зовут. Ты просто ебанашка, который варится во всей этой интернетной хуйне. Ты не мой слушатель, а ты слушатель жанра. Вот если ты слушатель жанра, ты долбоеб ебаный. И из этих вот всех слушателей жанра есть какое-то количество моих собственных слушателей. Это совсем другие люди, они не пишут мне хуйню в Инстаграм. Поэтому даже вот из 453 человек моих слушателей может быть максимум 50. Все остальные просто жанровые долбоебы, которые прибежали немножко поглазеть и любят, когда начинают троллить таких долбоев, как вы. То есть им просто интересно, но это не мои слушатели. Поэтому, когда я вас начинаю хуесосить, и кто-то мне пишет, блядь, ты так относишься к своим слушателям. Да вы не мои слушатели, вы общие слушатели. Вы сегодня здесь, у меня сейчас, потом вы пойдете заглянете еще к кому-то. Вы жанровая, а петушня ебаная. И я не считаю, что вы именно мои слушатели. Димочка, я ножку вот так вот сделал, ладно? Спасибо. А то собака спит, у меня уже на ручках. «Перестать лениться». Кстати, есть отличная книга про это, ты знал? «Искусство прокрастинировать». Нет. Она очень маленькая, про то, что пока ты лентяйничаешь и не занимаешься нужными тебе делами, ты по пути делаешь другие разные тебе дела. Носик, это, наверное, такой мультик. Может быть, да. Уже спрашивал, сможешь ли набить страшный суд Босха. Напиши Юре, ну, ребят, там же у меня просто написано, что по всем вопросам Юре. Напишите Юре, скажи, хочу записаться к Диме, хочу набить это и это. Юра мне передаст, мы с тобой договоримся. Я даже вот, ты сейчас мне написал, ты думаешь, я запомню это? Я завтра проснусь и забыл. Напиши Юре. Привет, Денчик. О, привет. Пошел гулять. Ну, хватит. Бедную собачку мою уже. Поехал вправо. Ага. Точняк. Тут понедельник ВВХ. Ой, это так стильно, буковки Г с такими черточками. Можно даже на следующих выходных сгонять туда. Можно, все можно. А давай опять.